В этом году более 40 награжденных. Среди них волейболистки школы «Олимп» поселка Виноградный, студенты, которые принимали участие в соревнованиях молодых профессионалов. Тимур уже практически дипломированный каменщик, готовится пойти в армию. В этом году он представлял Анапу, в том числе на всероссийских соревнованиях. Главное же участие, это во-первых. А во-вторых, то есть все равно так встречают. И мне вообще сказали, как бы ты лучше, никого не слушай, они там не понимают. То есть очень приятно было. Если еще пару лет назад в Анапе работали 29 подростково-молодежных клубов, то в этом году уже 43. Своеобразный костяк движения, патриотический центр «Ратмир» и центр «21 век». Екатерина в прошлом году курировала школу волонтеров. Новое направление. Нравится, это прям мое, я чувствую. Люблю молодежь, люблю мероприятия, люблю движения вот такие всякие. Мое. Среди награжденных – молодые педагоги, рабочие, служащие, а также те, кто помогает молодежному движению в городе-курорте. В целом, анапская молодежь – это активнейшая часть населения. Ваша, в том числе и критика, очень сильно помогает, серьезно помогает движению вперед. Мне импонирует ваше отношение к старшему поколению. Начиная от поисковых мероприятий, устанавливаем историческую справедливость, и заканчивая честными, простым вниманием к людям, труженикам, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Городское управление по делам молодежи стало лучшим в крае по итогам 2016 года. Уже в этом году знаковым событием здесь считают участие в краевой поисковой экспедиции «Имя Кубани». Сейчас не хватает действительно героев нашего времени. Мы стараемся на территории не только Анапы, но и всего Краснодарского края найти таких молодых людей, которые действительно были бы достойны подражания, признания и действительно, которые бы являлись ориентиром для нашей молодежи. В ближайшее время в Анапе планируют более активно работать с молодыми предпринимателями. В частности, речь об информационной поддержке. Проект будут реализовывать ВКонтакте с краевым министерством образования, науки и молодежной политики.